Пока на игровой площадке за ДК «Мир» дети резвятся, родители сидят как на иголках и не спускают глаз со своих чад. Бегая по этой большой конструкции с горками и трубой, здесь получил травму не один ребенок. Даже были дети, ну, случаи падали дети оттуда. Вот, там просто получается в полу дырка. То есть дети бегают, дети толкаются, малыши тоже туда периодически лезут. Ну, очень страшно, очень. И стараюсь, конечно, вот подальше туда куда-то отходить, но дети все равно рвутся. Чтобы не бояться за детей, эксперты советуют родителям соблюдать несколько элементарных правил. И прежде всего, приводить ребенка на площадку по возрасту. Малыши, например, должны кататься с горок не выше 1 метра, но нередко можно увидеть совершенно другую картину. Мне не страшно, хотя очень высоко. Лестницы, горки, карусели. У снарядов не должно быть никаких повреждений, даже следов ржавчины. Перила и ступеньки закреплены, а покрытие площадки изготовлено из мягких материалов. Видите, и покрытие соответствует. Качели же по стандартам должны держаться на канатах либо цепях, а само сиденье выполнено из облегченного пластика на случай удара. На каждой игровой площадке по нормативам должен быть установлен вот такой вот щит. Здесь четко прописаны правила пользования площадкой, телефоны, по которым можно сообщить о неисправности оборудования, а также номера телефонов служб спасения. Расстояние между игровым оборудованием по установленным нормам должно быть не меньше 2 метров. Кроме того, все снаряды должны быть ярко окрашены, чтобы любое препятствие сразу бросалось в глаза. При соблюдении всех правил детская площадка станет самым безопасным местом для ребенка. Анна Ионова, Александр Попов для РТВ.